Два Владимира за час до большого сольного концерта репетируют. Один лицом к оркестру, другой смотрит в зал. Владимир Глейхман и Владимир Кабанов. Вот так, плечом к плечу. 40 лет. Это целая эпоха. И он действительно наш. Плоть от плоти, кровь от крови, как говорится. Потому что вся его творческая, песенная, вокальная жизнь прошла через наш оркестр. Это несмотря на то, что он 30 с лишним лет работал в академическом, прославленном на весь мир ансамбле песни и пляски российской армии имени Александрова. В дважды краснознаменный ансамбль Александрова солист Кабанов попал после службы в армии и трех курсов художественного училища. Сегодня, когда в сольном багаже сотни композиций и произведений, вспоминает то первое, с которого начинал вокальный путь. Начинал с русских народных песен, конечно. Русские народные песни, первые песни, которые у меня запала в душе, после чего, наверное, я запел это «Дубинушка». Я когда услышал, я вообще не думал, что меня так покорит эта песня, взволнует так, и что с третьего курса художественного училища я запою. И допелся до заслуженного артиста. География выступлений, планета Земля, в том числе неоднократные командировки в горячей точке, которые отмечены в биографии правительственными наградами. Патриотические и военные песни, конечно, сегодня главная составляющая репертуара. Заслуженный артист России Владимир Кабанов. Цветы, дипломы. От лица администрации района на сцену поднимается Лариса Гейлис и тут же признается, что не только была многие годы руководителем с Владимиром Кабановым, выросла вместе. Одновременно начинались их творческие пути. Он очень добрый человек, открытый душой. Он любит людей. Вот. И мне кажется, вот вокруг него всегда очень хорошие, позитивные люди. Вот он несет позитив. Творческий вечер с большим блоком песен на стихи Есенина к 120-летию любимого поэта. Это юбилейный год и для самого певца. В феврале исполнилось 65. Планов много, но посвящает в них не всех. Вы знаете, планов очень много. Успеть бы все. Концерт продолжался 2 часа. Зал полон верными поклонниками, друзьями и родными. И если планов много, значит, все еще только начинается. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.